назвали три отгадки. Давайте их повторим. Шапка, лошадь, ша. Какой же звук есть во всех этих словах? Давайте пошутим. Молодцы. А у меня еще есть загадки, тоже от Серовчика. Ну-ка, кто из вас ответит? Не огонь, а больно жжет, не фонарь, а ярко светит, и не пекарь, а печет. Солнце. Я даже не думала, что вы так быстро отгадаете эту загадку. Давайте хором скажем. Солнце. Умнички. Кто от страха замирает? Прячет голову в песок. Входит. А вы даже не дослушали загадку. Может, мы знаем, что там. Страус в песок. Ну, вы у меня очень любопытные. Давайте хором скажем это.